Изначально проект «Модель X Plus» от имидж-клуба «Светлана» был посвящен девушкам с пышными формами. Однако заявок поступило столько, что было решено изменить его тематику. Теперь здесь участвуют все, кто хотел бы поближе познакомиться с модой, научиться стильно одеваться, делать мейкап и подбирать аксессуары. Я совершенно неожиданно попала в этот проект. Буквально в последний день приема заявок я решила узнать условия. И мне сказали, что есть только одно последнее место. И я сказала, что все, оно мое, я участвую. Я хочу изменений, таких, причем конкретных. И таких, которые меня бы вот, ну, сподвигли на какие-то ратные подвиги, что ли, еще что-нибудь. Ну и потом хочется красиво выглядеть, это совершенно точно. Все больше развиваюсь, и мне это очень нравится. Вот, естественно, я готова идти дальше, работать над собой, ну и гордиться собой, конечно. Этот проект включает в себя не только теоретическую часть. Каждое знание отрабатывается на модной практике в лучших магазинах и бутиках нашего города. Таким образом, знания, подкрепленные опытом, навсегда останутся в арсенале участниц проекта. Сегодняшняя лекция посвящена типам фигур и одежде, которая их украшает. Мне кажется, что я знаю все про свой тип фигуры, но вот что-то мне подсказывает, что я тоже буду обескуражена новой информацией. Потому что каждое вот, за предыдущее занятие обязательно что-то мне открывало. То есть я все такая умная, взрослая, все понимающая, но всегда что-то новое добавлялось. Я подчеркнула очень много. Я же говорю, я стала одеваться совсем по-другому. Почти весь гардероб я заменила. Сегодня мы изучали особенности фигуры. На следующей модной практике мы будем подбирать с ними одежду в магазине в соответствии с их формой тела и типом фигуры. Если мы будем изучать цветотипы, колористику, сочетание цветов, то в магазине на модной практике мы будем отрабатывать эти навыки. Девушки будут учиться подбирать одежду в соответствии со своим природным колористическим типом. Будут учиться подбирать нужного цвета блузку к брюкам, обувь к комплекту одежды и так далее. Максимальный эффект девушки получат, когда знания, полученные в ходе проекта, они смогут использовать на практике. Это, конечно, будет у них максимальный эффект от этого. Более того, и знания, и навыки потом навсегда останутся с ними, они их могут и после проекта использовать, подбирая одежду себе или своим близким. Основы моделинга, подиумный шаг и фотопозирование также в программе проекта «Модель X Plus». Вообще, мне дети занимаются в клубе Светланы. Я всегда смотрела, как они ходят. И мне казалось, что ну, я так же примерно хожу. Вот, однако, увидев себя в зеркале и на съемке, я увидела те нюансы, над которыми надо работать. И теперь каждый раз, идя по улице, я думаю, так, вот смотрим сюда, подбородок вот так, ноги вот так. Их или это вот, ну, стойка. Прям раз и встали, раз и пошли. И идешь все в лекции и лекции с каждым разом. Сегодня четвертое занятие с девочками у нас уже. Но есть прям результат, не заставляет себя ждать, все девочки молодцы. Конечно, в жизни навык очень нужен. То есть правильная походка почему-то модели, да, почему-то настолько. Нет, ни в коем случае. Конечно, каждый человек должен ходить красиво. Следующая встреча участниц проекта «Модель X Plus» пройдет в формате модной практики в итальянском стиле, а мы сможем увидеть, как полученные знания девушки применяют в бутиках и магазинах.